Здравствуйте, и с вами Нимка, и это высокодуховный обзор на, пожалуй, самую бездуховную игру на свете. Настолько бездуховную, что для многих моих зрителей она является частью того самого святого, что у них было в детстве. И она никуда не делась, потому что компьютерные игры, в отличие от продуктов из реального мира, просто не могут стареть. Поэтому между вами, молодые мои зрители, и яркими эмоциями, которые испытывали мы, совершенно ничего не стоит, кроме предубеждений и слипшейся от неудержимого количества полигонов сглаживания эффектов попки. И вместе с ненавистными книжками подобное творение человечества не оставляет людей равнодушными, и поэтому к нам явилась эта игра снова. Разработчики, выкатывая ее на iOS рельсы, старались испортить в ней как можно меньше, и можно сказать, им это удалось. Многотонный кусок сплава, состоящий из железа, углерода и злости, под напором силы инерции срывает широченные покрышки в занос и медленно останавливается, издавая при этом истошный крик этой самой резины, когда все вокруг понимают, что металл на самом верху биологической эволюции и пищевой цепи. Игрока наполняет особое ощущение мира, в котором он тот, кто он есть на самом деле. Животное с расширенными зрачками и чрезмерным чувством неудержимого азарта. Я не знаю, как у них это получилось. Тот, кто создавал это, вообще понимал? Что с ним случилось, когда фирма делала вторую часть ТДР-2000? Он не выдержал, убился наркотой, спился, убил проститутку и сел в тюрьму. Что еще там происходит с людьми, когда они делают нечто подобное в своей жизни? Этот продукт и тот, который с добавкой из Пэтпак, настоящее откровение. Да простит меня Мэдисон, хованский зануда, за словоблудие, мат и намек на сиськи, но я, блядь, никогда не вижу прекрасного там, где его нет. И в этой игре прекрасного столько, что это просто нельзя вставлять в рамки айпэдов и особенно айфонов. Это нельзя сглаживать OpenGL или чем-то подобным, нельзя убирать своего рода туман войны. Я понимаю, что народ тупой, что нужны миллионы денег, чтобы донести до них хотя бы кусок своей глубокой мысли, но почему вот так? Возьмите пример с Apple, показать всем владельцам iPhone большой хер за то, что у них слишком маленький дюйм. Произведение искусства туда не. Скажите что-нибудь в стиле Wargaming. Вы все мудаки и нубы, а те, кто умеет нормально нагибать, и не возникают. Итак, для достижения сатисфакции советую вам найти и установить старую добрую игру на PC. Поймите, что эти пиксели — это не только элемент стиля, но еще и своего рода маска, которая размаляет полигоны и текстуры, расширяя тем самым поле для воображения. Не увеличивайте обзор больше, чем на 150%. Это очень важно. Уверенность того, что в вашу бочину в данный момент никто не влетит, разрушив планы на группу слоняющихся по проезжей части людей, очень расслабляет игрока, и это неправильно. К сожалению, не на всех картах туман выглядит стильно, но ничего не поделаешь. Мы любим игру за сладкие моменты своей жизни, а не за хуйню. Ах да, чуть не забыл. Пожалуйста, играйте на нормальных мониторах и с нормальными наушниками. Если вы видите, что ваш младший брат сел за PS3 и... А? Что это, блядь? Где вы, блин, тварь мелкие, это берете? На телевизоре, висящем на стене, а сам лег на кровать и даже при этом не закрыл днем шторы, смело давайте пощечину обратной стороной ладони. Игра – дело святое, и церемония – это крайне важно. Спасибо за ваше внимание, пишите в комментах, ставьте лайки. Ну да, есть некий фильм, сюжет с которого пересекается с главной идеей игры. Называется он Death Race 2000. Но это уже совсем другая история, которую я вам поведаю в первом выпуске новой программы про ретро-трэшспектив. Если у вас закрылась некая доля любопытства, то подписывайтесь на мой канал. До связи!